Краснодар является аутсайдером противостояния Порту, но не безнадежным аутсайдером. Порту пережил очень серьезную перестройку состава, фактически новая команда, и этим могут воспользоваться краснодарцы. А также тем, что драконы пока не провели ни одной официальной игры, чемпионат Португалии еще не начался, да и контрольных встреч драконы сыграли не так много. Я предположу, что в принципе исход серии решится во второй игре, которая пройдет в Португалии. Я рискну сделать такую действительно неожиданную, наверное, ставку на то, что Краснодар пройдет в следующую стадию, то есть сумеет превзойти Порту и преподнесет очень громкую сенсацию. Что касается домашней игры, я предположу, что Краснодар не проиграет. Не знаю, сумеет ли победить или это будет ничья, но думаю, что счет сегодняшней встречи позволит краснодарцам решить исход противостояния в Португалии. Еще я думаю, что будет забито мало голов, вряд ли больше двух.